последнее время участились случаи мошенничества в социальных сетях. Злоумышленники предлагают гражданам быстрый заработок, к примеру, вложиться в криптовалюту или купить акции различных фирм. На подобную уловку только за последние несколько дней попались 20 жителей региона. Они отдали мошенникам около 1 000 000 рублей. Полиция напоминает, будьте бдительны при общении с незнакомцами. Помните, что злоумышленники используют различные схемы обмана, но цель у них одна – под любым предлогом убедить доверчивых граждан расстаться своими деньгами. Не переходите по неизвестным ссылкам в сети интернет, не делайте предоплат, даже частичных. Никогда не сообщайте данные банковских карт, не переводите и не передавайте денежные средства незнакомым лицам, какие бы предлоги они ни называли и кем бы они ни представлялись. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02, по мобильному телефону 102.